хуйня на виспам? Может и хуйня? Но я не беру. Может и не хуйня. Не шарю, мужик, не шарю. Там как в КС его репортят по привязке ко времени, чела запускает реплей по этому таймингу, это считаешь очередняра, но он в смысле. Не думаю, что в доте работает так же само, как и в КС-ке. По крайней мере, Valve ничего по поводу этого не писала. Ну, вернее, они писали, что это будет. Но сейчас, по-моему, эти репорты вообще нихуя не даются. Может быть, через месяц, через полтора они... Сейчас что дается, что дает тебе Dota, если ты будешь... Если ты будешь руинить 24 на 7, тебе накидают репортов, и кто-то будет смотреть реплей, да? Что дается этому челу, который смотрит реплей? Не за бесплатно же ему это делать, свое время тратить, правильно? На поиск читеров, руинеров и так далее. Шмоточки будут давать какие-то? Как это в КСК работает? О, друг. Ой, против великана так впадло играть. У него, блядь, 58 урона, топор. 58 урона, топор и еще и волки по 26 урона. Урон 58, топор. Волки. Ладно, благо хотя бы у чела мана не бесконечная, правильно? Мне кажется, мне по волкам надо работать. Чё, Бладсикера разгоняет или что он, блядь, делает? Бладсикера вроде не присутствует в этой игре. Непонятно, какие-то трейды с его стороны. Так, если он сейчас вызовет волков, по-моему, я умираю, если честно. Главное, чтобы он мне тычку не смог сделать. Делает тычку, я умираю? Не, если этот чел будет не волков пока дать давать, то он может даже не стоять эту линию. Он не фрифармит против виспа медового на миде. Он типа на первой-второй пачке что-то поделал. Сейчас он стоит лоу хп, фласку себе не несет почему-то. Ну, сейчас у него все охуенно будет. Волков призвал. Мне надо что с волками сделать, у него мана не будет. На базу я уже точно не бегу. Anyway, у него нет шансов на линии уже. Я сейчас просто забираю волков, делаю лоу хп. Я сейчас умру нахуй. Что за хуй? Какой мисс нахуй? Что это, блядь? Он проебал уже линию, он ее уже проебал. Ой, блядь. Ой, мои глаза, блядь, мои глаза. Он же умер. Он же уже умер. Ёбаный в рот, блядь. Ёбнешься. Волки хуярят по 40, это нереально. У меня 5 армора, почему они хуярят по 40? Это что, нахуй, шутка или что? Ёбнешься, блядь. Это нормально? А что за хуйня? Меня волки по 40 бьют. Блять, еще чел на аппарате, максимальный клоун. Ой, ой, блять. Как играть в ту ебаную игру после этого? Все. Бля, это такой тильт просто нереальный. Вы даже не представляете себе. Это пизда. Но у меня все охуенно, посмотрите, у меня... У меня типа доминатор почти. Да-да, в школе расскажешь. В школе... А хотя, блядь, волки замедляют на 100 лет. Он может мне чейзить, мне кажется. Он может мне чейзить. Нет? А у меня маны нет! У меня маны! Ебать! Ебаный гений! Что творит этот демон ебаный? Ну короче, блядь, смотрите, ёбнешься. Из 10 тысяч 42 с чем-то сделали, да? Поэтому да, парни, кто хочет закрытую телегу, кликнули на баннер, прошли регистрацию, сделали депозит от 500 рублей. Кстати, грубо говоря, телега совершенно бесплатна. И иначе нахуя вам находиться в телеге со ставками, если у вас нет денег на букмекерской конторе, а вы еще и дабл-депозитик получите. Да! Поэтому, мужики, от 500 рублей закинули, нажали на историю пополнений. Какого хуйня рузится, блядь? Алло, Владислав, блядь, вот. Прошли регистрацию, депозитик от 500. Главное, чтобы сумма была эквивалентна 500 рублям. То есть 500 белорусских рублей закидывать не обязательно. То есть можете закинуть либо же 20 белорусских рублей, либо же там, сколько, 7 или 8 долларов, либо 7 или 8 евро, либо же 3000 тенге, либо же 2000 гривен. Ну, короче, поймаете, да? Поймаете. Поэтому, собственно, вот так вот.
Мужик, тебе скоро фидить надо будет идти начинать, понимаешь, да? Иначе игра будет неинтересная. У меня все уже практически охуенно. Поэтому давай, занимайся. И если что, рекорд 0.52. Но рекорда в твоем случае уже не будет. Вначале надо дохуя фидить, пока ты мало резаешься. О, не, друг, не. Так не работает. Смотрите, рассказываю, мужики. Я гений ебаный. Я рассказываю. Видели, как мувнулся клок? У вас карта открыта? Да, открыта. Видели, как мувнулся клок? Смотрите, здесь баунти нет. Просто так идти туда, рисковать. Непонятно, лежит ли здесь баунти. Смысла нет никакого. Показываю. Показываю один раз. Показываю один раз. Ну, типа, 75 голды и... Неважно. Если там варда нет. Тем не менее. Надо выебнуться. Надо срочно выебнуться, мужики. Сейчас покажу, сейчас покажу. Там вард, бля, буду, бля, буду, бля, буду. Мне похуй. Здесь вард стоит. Ладно. Проебали. Бля, я не знаю. Но это ебаная 4К ММР. Я не понимаю. Это просто ебаная 4К ММР. Все. Это 4К ММР. Чел просто идет, чекает баунти руну в ноувижене. На 8-й минуте. Вы вообще представляете? Это долбоёб какой-то нереальный. О, конечно, братишка, как нехуй нахуй. О, малыха, а это ошибка. Замедление, конечно, на 100 лет. Ну ничего. Ага. Так у него в один пол. Не очень похую. Или не похую. Чел, блядь, иди нахуй. Ой, блядь, мои глаза, какой я тупой. Бывает. Немножко подлагало, я хотел гениально сделать, я понимал, что у чела кол скорее всего в кулдауне. Я делаю ТП на базу, я делаю релокейт, у меня еще есть ДД, секундочек 7. Я разъебываю. Башка работает нереально, башка прям пиздец работает, но... Кнопочки немножко не получается жать, честно говоря. Хуёво кнопочки жму. Мужик, а чё это за 0-1? Ты что, ёбнутый? Ты ж понимаешь, что придется. Придется next мужичка искать. Ага, ага. Ага, так я умер. Держу курс. А, ну у меня тут нычка охуенная. Нет! А вы видели, у меня герой застопался просто. У меня просто герой застопался. Вот здесь есть проход. Бля, я не могу понять, с кем Фурион разговаривает, блядь. Такое впечатление, что шестик немножко. Немножечко шестик, немножечко. Опа. Но скорее всего со мной. Но я в этом не уверен. Бля, он такой плотный, если честно. Что-то так падло до него доебываться. Ладно, гоу, езднём на всякий. А то же знаем таких, видали, блядь, когда инвизик, блядь, нажмёт. Я понимаю, что здесь в центре, но он может выйти с радиуса в центре. Нахуй мне этот цех, правильно, правильно. Чел реально хочет закорить? ТП нажал? Нет. Ну, мужик, ты импакт вносишь, так не интересно, так не интересно, не интересно. Я так забайтил, смотри, блядь, нихуя себе. Опа.
Мы не убьем его, я не знаю, зачем они кастуют две кнопки. Нам надо убивать некров, чтобы и у нас щелы выживали. Ну, блядь, ну мне похуй на свою смерть. Абсолютно, похую. Максимально. Мне неприятно то, что крыса сдохла. Похуй, умру я, не умру. Похую, абсолютно. Но то, что, блядь, крыса... Я просто знаю эту хуйню. Я сейчас крысы 100 лет буду искать. А, вот оно что. Понимаю, понимаю, брат, понимаю, понимаю. Я ему еще 200 голды дал. Блять, они же ресаются по 20 секунд. Что, блять, у меня в башке не так происходит? Фу, сука, ёбнешься. О, интересно, я не успел. Охуеть. Бездарь, получается. Получается, что бездарь. Не успеть, блядь. Сейчас бы не успеть. Ну, вернее, я тоже не успел, я не попал. Я нажимал, я не попал. Как-то по-клоунски прыгнул. Не, мы не можем заходить, я не знаю, что они делают. Ой, блядь, ну живи, Кэти моя. Ну, ебаный компостер. Ага. А что это за ебаный гейс? Вы видели? Чел после тизера. Он после тизера это сделал. Интересно. Кираса, Некра 3. Blade Mail, Vanguard Blink. Ладно, мужик, я думаю, ты можешь уже нормально играть. Можешь нормально играть, можешь не фидить. Он тоже чел не пошел до конца, это хуёво. Сказать то, что я охуел, просто промолчать. Сейчас в идеале дождаться моего БКБ и пойти похуяриться с челами. Блять, какой же тупой. Чтобы вовремя среагировал хотя бы. Наш он просто хорошо. Начало ли конечно будет БКБ, мне будет супер хуёво без Кирасы. Да, наверное, Кирасу надо будет покупать после БКБ. А, ну БКБ. Прекрасно. Чё ты берёшь? Ой, блядь, мои глаза, он ещё и... Я даже никто не встречает. На спиритов я успел поджать, но... Ну и чё, Blade Mail? Ещё и пайп. Проебал. Вот такая форма закончилась. Так все, это смерть. Еще бы у меня вот этот чел хуярился на Найксе, была бы вообще пушка. А, он трипл килл хуярит, правильно поймаю? Ага. Хорош, брат, хорош, лучше, раскидал ложков. Блять. Что-то игра не засчитывает немножко. Кого ты бьешь? Ты ж под рейджем, какая нахуй пачка? Ой, блять. Чел пачку хуярит, там два героя живы. Можешь ебашить строение, пожалуйста. Центральные казармы противника разрушены. Забей хоть что-нибудь.
А, у меня, я через Nike захуярю. Я через Nike захуярю по блэкмейлу. Прекрасно. Что-то с МКП так впадло, если честно. Что-то делать? Очень зря отдал. Очень зря. Хорош, хорош, брат. Лучший, лучший. Все, победка получается. Бля, максимально тупорылая игра, фу. Чел еще с пытами, меня что-то там пытается дельтовать. Что за хуйня? Ладно, мужики, все-таки надо мужик на next. Потому что это не руинит, не руинит, блядь, немножечко. Да зачем ты пишешь? Ой, unmute me. Ха-ха-ха. Охуенно мути реально. Ну как бы, ладно, можешь кидать цифры. Но блять, если честно, максимально впадлу играть в доту, когда ты выпил пиво, это просто пиздец. Я выпил чуть меньше литра, но мне как бы много не надо. Но я не знаю, я вот сейчас играю в доту, интереса вообще никакого. Ёбнешься. Это учитывая то, что я не играл в доту вчера. Ну короче, блядь, смотрите, ёбнешься. Из 10 тысяч 42 с чем-то сделали, да? Поэтому да, парни, кто хочет закрытую телегу, кликнули на баннер, прошли регистрацию, сделали депозит от 500 рублей. Кстати, грубо говоря, телега совершенно бесплатна. Иначе нахуя вам находиться в телеге со ставками, если у вас нет денег на букмекерской конторе, а вы еще и дабл-депозитик получите. Да? Поэтому, мужики, от 500 рублей закинули, нажали на историю пополнений. Какого хуйня рузится, блядь? Алло, Владислав, блядь, вот. Прошли регистрацию, депозитик от 500. Главное, чтобы сумма была эквивалентна 500 рублям. То есть 500 белорусских рублей закидывать не обязательно. То есть можете закинуть либо же 20 белорусских рублей, либо же там сколько? 7 или 8 долларов, либо 7 или 8 евро, либо же 3000 тенге, либо же 2000 гривен. Ну, короче, поймаете, да? Поэтому, собственно, вот так вот.